Корниловке 18 января состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению 49-го областного сельского спортивно-культурного праздника «Севера» «Корниловка-2019». Представители областного оргкомитета во главе с министром спорта Омской области Дмитрием Крикорянцем в первую очередь проверили стадион «Олимпийский», где во время праздника пройдут соревнования по хоккею и мини-футболу, а также состоится торжественная церемония открытия и закрытия праздника «Севера». Уже сегодня местная хоккейная площадка готова принять финалистов турнира. Также члены оргкомитета осмотрели легкоатлетический манеж и спортзал, где к выступлению на открытии будут готовиться фоновые группы и творческие коллективы. На заседании с докладами о готовности к празднику выступили представители администрации Корниловского района, структуры МВД и МЧС, главный режиссер культурной программы и другие. Для участников праздника «Севера» специалисты райцентра уже подготовили места для проживания и проработали вопросы по организации питания. Обстановка очень позитивная, потому что действительно все службы и все ответственные лица работают очень хорошо. Это не пустые слова. Очень динамично и правильно идет подготовка к празднику. Практически нерешенных вопросов единицы. Хотелось бы отметить слаженную работу коллектива администрации Корниловского района и главы, потому что все, любой вопрос находит решение. Я хочу, во-первых, выразить огромную благодарность Александру Леонидовичу Буркову, потому как в срок нам были выделены областные средства. При этом и мы выделили свои достаточные средства. И, в принципе, к зимней спартакиаде все готово. И я считаю, я уверен в том, что мы не подведем, покажем очень хороший праздник. Потому что это праздник не только для галочки, это праздник для всего населения. И когда так совместно местная власть с областной дружненько делают такие хорошие праздники для людей, я думаю, это очень здорово. Напомним, что 49-й областной сельский спортивно-культурный праздник «Север Корниловка-2019» пройдет с 28 февраля по 3 марта.